пожалуйста, Ирина Викторовна, ЦУР, все эти темы, которые волновали людей за последнюю неделю, и то, что вам удалось сделать в качестве мониторинга. Сотрудники Центра управления регионом провели анализ работы системы ЕДС, проработали некачественную отработку заданий в приложении проверки Подмосковья по таким направлениям, как детские площадки. Большое внимание уделили некачественной уборке снега дворовых территорий и дорог. Мы выявили страшные такие сюжеты, которые обязуются службы исправить в ближайшее время. Это серьезная колейность. Любая машина, которая имеет низкую подвеску, да и любая легковая, может здесь, конечно, угодить в неприятную ситуацию. Ну и в целом, может быть, кто или иной ЧП, связанный и с водителями, и с пешеходами, потому что не везде есть тротуары. Обсудили и жалобы жителей, поступающие в соцсети на имя главы муниципалитета Андрея Иванова, а также на другие электронные сервисы. Вывели топ негатива по территориям и по организациям. У нас остаются в топе те же самые организации МБО ГХ, ЖКХ Кубинка и ГХ Голицына. Кроме того, на территории округа прошла инспекция по качеству заливки катков. Профильные службы оперативно отреагировали на замечания и исправили недочеты. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».